такая станция метро Белорусская. Интересно. Советский Союз. Говорите, маму. Я заметила, подсчитала примерно. В Москве ходят в масках примерно 40-50% метро и магазинов, а в Питере примерно 20-30%. Я бы сказала 10-20. 20-30 нет, метро. Я считала вот таким эмпирическим путем. Я брала сотню человек и высчитывала, сколько из них маски. Понятно. На Новослободскую. Вот сюда. Новослободскую, хорошо. Ой, смотри-ка еще какие. Сюда. Новослободская станция. Очень красивая. Я люблю такие всякие мозаики. Вон туда. Станция метро Менделеевская. Тоже интересно. Вот такая вот цена. Та-дам! Вон день города ожидается. 5-6 сентября. 873 года будет в Москве. Это атомы, да? Атомы Менделеева. Молекулы. Химические вещества. Ясно. Понятно, будем знать. Станция Тимирязевская. Ждем наш монорельс. Поезд монорельса стоит. Сейчас поедет через 10 минут. Осторожно, дверь закрывается с ведущим максимальным шагом. Поехали на монорельсе. Покатаемся. Того.
такой телецентр. Заходим мы в здание «Союз мультфильм». Оказывается, тут все за решеткой, но вход открыт. И вот тут такие скульптурки, которые мы увидели с монорельса. Львенок с черепахой. Ой, прямо из моего детства. Но погоди, мой любимый. Класс. А, как я обожаю этого зайца. И волк тоже такой кайфный. Ой, это кто? Шипокляк. Чебурашка и крокодил Гена. Вот классно, интересно. Когда я всегда говорила иностранцам про Чебурашку, они говорят, а кто это такое? Что это такое? Хорошо, что русским не надо объяснять, кто такой Чебурашка. Для моих английских друзей Чебурашка это вот это. А вот это что за герой, я не могу понять. Если вы помните этот мультик? Сейчас спою, да? Ну, если вы помните этот мультик, пишите в комментарии, как называется мультик, надо будет пересмотреть. Ну и вот вход в здание «Союз мультфильм». Тут сидят волк с зайцем, смотрят друг на друга. Да, мама? Пух, ослик и а, и сова, самая умная в мире женщина. Карлсон с банкой варенья. Сейчас мы тут будем фотографироваться. Вот это точно я с фоторужьем. Шарик. Ков. Дядя Федор. А что за заяц? У него был заяц? И кот Матроскин. Молоко. Почтальон, значит, газета «Правда» тут. Самая вкусная сметанка. Карр, карр. Вам письмо. Вам письмо. Ну что ты тут снимаешь? Давай посмотрим. Отдай баба ягоды. Эта сметанка у нас самая вкусная. Простоквашина. Дядя Федор, какая пышка нынче для меня? Кто-то принес? Это мне. Читайте газету «Правда». Не читайте советские газеты с утра. Про сову я вообще ничего не помню. Знаем, что она умная. Шарик! Тима, Шарик! Шарик! И ослик. Я на солнышке лежу и на солнышко гляжу. Все лежу и лежу и на солнышко гляжу. Хорошо. Я на солнышке лежу. И на солнышко гляжу. Все лежу. А то и усами шевелю. Ломиком, ломиком.